На предприятиях региона продолжается обсуждение концепции развития Ненецкого округа до 2025 года. Организации могут вносить предложения относительно корректировки документа. Свои дополнения представили работники Наринмарского хлебозавода. Не совсем по мнению коллектива, в программе отражена поддержка производственных предприятий города и округа. В частности, работники предлагают упростить привлечение студентов на летнюю практику. Проблем с желающими нет, однако вопрос возникает в другой плоскости – финансовой. Сегодня прохождение практики приходится стипендию платить предприятиям. Если бы немного упростить и это помогли бы власти каким-то образом через бюджетные средства, еще что-то, это было бы, конечно, интересно. Также власти должны поощрять создание новых рабочих мест в регионе, чтобы было где работать специалистам с высшим образованием, желающим вернуться в округ. Все эти предложения производственный коллектив направит на рассмотрение губернатору. В дальнейшем некоторые из них пополнят концепцию развития Ненецкого округа до 2025 года.